Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Говорит и показывает Тула. Буквально 4 с лишним минуты остается до начала матча, в котором встречаются Академия Михайлова и Динамо Москва. Приготовление, но поставили игроки клюшки и стартовое бросание за динамовцами. Иванов тут сыграл на защитников, дальше Таймазов перевел шайбу налево, там Филин. Брынцев перехватывает и может быть опасно. Брынцев бросает в ближний угол и открывает счет капитан Академии Михайлова. Принимает поздравления капитан Михайловцев. Ну а мы давайте глянем на повтор. Дураков выбрасывает шайбу вперед. Не будет тут проброса. Подъехал Шиндяев. Ну и заканчивается первый период. 1-0. Академия Михайлова впереди. И сейчас по плану интервью. А дальше увидимся в нашей студии. Возвращаемся на лед. И все, готово к старту второй 20 минутки. Брынцев на точке против Носачева. И вбрасывание остается за гостями. Таймазов. Сыграл на Носачева, тот в касании перевел шайбу в чужую зону. Ну а динамовцы выиграли красным усилением Носачева. Кудашов, Иванов. Кудашов, Филин. Кудашов, Филин. Блокирует бросок Молодцов. Кудашов. Иванов. Дальше блокирует бросок Сепик, но шайба отскакивает к Филину. А дальше тот находит на пятаке Бондаря, и это 1-1. Реализует численное преимущество динамовцы. Федоров. Вот такой диагональный пас. Включался Грин со смены. Ну и заканчивается второй период. Счет в табло 1-1. Сейчас сценарий тот же по плану интервью, а дальше увидимся в студии. Так, дорогие друзья, готовимся смотреть третий период. Брынцев на точке против Носачева. Брынцев выигрывает пасывание. Нестеров сразу же подбирает шайбу. Снова Брынцев. Ну а дальше
дальше Ермаков мешает начать атаку динамовцам. Ну и нас с вами ждет овертайм. Сейчас буквально короткая пауза. Мы затем вернемся и будем смотреть игру в формате 3 на 3. Ну и на свою попытку выходит Богдан Носачев. Так, прокатился, дождался СКА арбитра. Ну и поехал на свою попытку. Носачев между ног отправил шайбу Зарубину. И таким образом 1-0 в серии буллитов. И нет, победа за «Динамо» в этом матче. И получается, набирает одно очко подопечный Река Галивиева, два очка у подопечных Антона Каредера. Достаточно интересный, хоть и не такой голевой матч, как вчера. Очень много плотной борьбы, много моментов создавали, ну и решилось все в этой встрече в серии после матчевых буллитов.